В этом видео будет рассмотрено две игрушки фирмы Hagen, которые называются Nerf Light Bash Football. Первая игрушка в виде мяча для американского футбола. В ней есть небольшие отверстия. Игрушка сделана из каучука. Внутри нее расположен шарик с подсветкой. Зажигается шарик от удара и прекращает светиться через некоторое время, если игрушку не трогать. В длину игрушка 10 см, в ширину 6. Игрушка отлично подойдет для таких пород собак, как мопс, кокер-спаниель, бультерьер, шарпей и похожие по размеру породы собак. Вторая игрушка в виде обычного мячика. В ней также есть небольшие отверстия. Так же, как и первая, она сделана из каучука и имеет светящийся мячик внутри. Диаметр игрушки 9 см. Эта игрушка подойдет для таких пород собак, как лабрадор, боксер и похожие на них по размерам породы. Игрушки совершенно безопасны для вашего животного, а при играх в темное время суток они являются незаменимой вещью. Видимы эти мячи в темное время суток на расстоянии до 90 метров.